Четыре мониторинговые группы сегодняшнего дня контролируют работу пассажирского транспорта в Нижнем Новгороде. С 23 августа в нашем городе начала функционировать в тестовом режиме новая транспортная сеть. Три маршрута были отменены, три добавлены, часть маршрутов были укорочены или удлинены. Кроме изменения конечных остановок и путей следования, в автобусах частных перевозчиков начали действовать льготные проездные и пересадочные тарифы на 60 и 90 минут. О результатах контроля работы новой сети говорить пока рано. Но вот то, что не работает, уже выявлено. Все знаете, что введены бесплатные пересадки на обычных общегражданских проездных билетах для платных пассажиров, которые полностью оплачивают проезд. По льготным проездным обращаю внимание, что пока эта функция не действует, бесплатные пересадки на льготных проездных появятся несколько позднее. Если надо совершать не одну поездку в день, а больше, не одну, не две, а три, то выгодным будет приобретение безлимитного льготного проездного билета за 800 рублей. Остается добавить, что жители Нижнего Новгорода тоже могут поучаствовать в мониторинге работы городского транспорта. Все возникающие у вас вопросы вы можете задать по телефону 422 28 25. Это телефон колл-центра, который работает с 6 утра до 10 вечера.